Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Павлита. Сегодняшний мой гость – это монопод для экшн-камер GoPro. Модель называется El Grande от известного производителя все тех же экшн-камер и аксессуаров фирмы известной GoPro. Давайте познакомимся с ним поближе. Монопод поставляется в такой вот коробке серо-синего цвета. Спереди мы видим фотографическое изображение монопода. С обратной стороны его краткие технические характеристики. Внутри коробки находится прозрачный пластиковый поддон, внутри которого и находится виновник нашего торжества. Давайте извлечем его и берем все ненужное и начнем наш обзор. Итак, что из себя представляет El Grande? Это монопод, это селфи-палка, это удлинитель для камеры, кто как называет, от известного производителя. Изготовлен он из алюминия, он достаточно прочный и надежный, от него действительно веет такой вот мощью. Снаружи он покрыт полимером, на ощупь резиновым. Это очень хорошо сказывается на удержании его как сухими, так и мокрыми руками, как в перчатках, так и без. С противоположной стороны он имеет на торце гнездо, в которое вкручивается любая площадка трипода, или сюда можно вкрутить опциональные маленькие ножки, как у монопода для съемки, и поставить камеру как на штатив. Также присутствует отверстие для темляка, и в комплекте идет сам темляк, изготовленный из вот такой вот ленты. Темляк имеет корд-стоп для регулировки по объему, чтобы вы могли настроить на вашу кисть таким образом, чтобы, если вы отпустите ваш монопод, то он никуда не упал. Все продумано и удобно. При необходимости темляк можно снять. Сама конструкция, как я сказал, достаточно мощная. В сложенном состоянии это 38 сантиметров, а в разложенном состоянии у меня в кадр не влезет. Это целых 97 сантиметров. Достаточно, чтобы заснять все вокруг себя. Также вы можете раскладывать не все колена, а одно, всего колено 3. Раскладываются они небольшим поворотом и фиксируются по часовой стрелке, а раскладываются обратно против часовой стрелки. Сверху у нас находится так называемая головка штативная, назовем ее так, для камеры, шарообразная. Это очень удобно благодаря такому решению. Штатное крепление может вращать практически во всех осях. Как это выглядит с камерой, я сейчас вам покажу. Вот как выглядит это с камерой. Мы можем наклонить, перевернуть, снимать камерой снизу, сверху, сбоку, благодаря вот такому шарнирному решению. Уйма степеней свободы. Все просто, удобно и добротно и надежно. El Grande – универсальное решение. На него можно установить не просто камеру, а камеру со стабилайзером. К стабилайзеру, вы видите, прикреплено опциональное крепление. И это выглядит следующим образом. Вуаля! Вы прикрепили к стабилайзеру камеру, и теперь вы можете ее поднять высоко над головой и снять все, что вы хотите, и при этом ваша картинка будет стабильной. Не боится воды. Вы можете с ним нырять, использовать его как на суше, так и в воде. Это очень удобно. Вы не покупаете две вещи. Главное не забывать одевать темляк на руку, чтобы вы не утопили камеру вместе с моноподом, потому что монопод достаточно увесистый и имеет отрицательную плавучесть.
Единственное, что бы я вам порекомендовал, я снимал таким комплектом несколько выставок. Когда вы переключаетесь на фотоаппарат, вам надо куда-то положить ваш монопод с камерой или пристегнутым стабилайзером. Используйте подобный карабин для того, чтобы вы могли прикрепить к своему снаряжению, допустим, к D-кольцу на рюкзаке, и тогда вы просто можете его отпустить, и ваш стабилайзер вместе с камерой и вместе с моноподом будет под рукой. В целом, что я хочу сказать. Если вы хотите снимать все вокруг своей экшн-камерой, то обратите внимание на GoPro El Grande. Я уверен, что он справится со всеми задачами, прослужит долго, и это будет единственным решением, которое вы купите в этом сегменте и сможете пользоваться им достаточно долго. Более детально об этом изделии и других изделиях от GoPro я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал, у нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам самого наилучшего. До новых встреч!